очень сильно меня стимулирует. Ну, к тому же, напишите в комментариях, какие еще по студии вы хотели бы, чтобы я для вас сделал. Ну, а мы начинаем. Итак, вначале мы давайте сейчас, ребята, определимся с контуром по студии. Я предлагаю взять обтесанное дубовое дерево. Так, давайте сразу же еще возьмем новый блок, а именно блок сушеной ламинарии. Так, ну и давайте мы стены сделаем этого аквариума, конечно, из чего-нибудь прозрачного, либо из обычного стекла, либо будем применять сегодня, вот голубое стекло. Или даже давайте синее лучше применим. Да, синее, мне кажется, будет получше смотреться. Так, ну и начинаем строить. Здесь мы поставим 1, 2, 3, 4 блока. Теперь здесь убираем 5 блоков внизу. 1, 2, 3, 4, 5. Проставляем опять же наше обтесанное дерево. Здесь еще 1, 2, 3, 4. Теперь отступаем один блок. И 2 блока шириной мы вот таким вот образом еще делаем столбики. 4 блока высотой. Здесь точно так же. Все это поднимаем, отлично. Теперь возьмем блок сушеной ламинарии. И здесь сзади мы давайте все и заделаем. Оставляю один блок сверху, для того, чтобы соединиться при помощи, опять же, обтесанных наших блоков. Дальше мы давайте поставим вспомогательный блок вот здесь, вспомогательный блок вот здесь. Теперь ставим здесь наши обтесанные дубовые блоки. Так, ну и внизу тоже давайте их поставим. Отлично. Теперь здесь мы заделаем синим стеклом по бокам. Дальше здесь мы давайте просто соединимся таким вот образом и точно так же... Отлично. Так, хорошо, часть нашего аквариума уже готова. Теперь что нам еще остается сделать? Конечно же, нам нужно подготовить дно, поэтому мы сейчас убираем все эти блоки земли. Так, ну и давайте каким-нибудь таким рандомным образом покидаем здесь, во-первых, подогревом, и заодно это также будет играть роль такого фильтра воды, потому что здесь у нас будут пузырьки и все в таком духе. Поэтому возьмем блок магмы. Так, тут давайте поставим где-нибудь, например, вот здесь блок магмы, где-нибудь вот здесь еще. Теперь еще раз бросаем здесь андезит, песочек, конечно же, все-таки, мне кажется, черепахам будет точно на нем приятно. Ну и как-нибудь тоже так вот, не знаю, покидаем все это дело, так вот слегка небрежно. Здесь андезит, например, как-нибудь вот так. Здесь еще можно, давайте, еще какой-нибудь блок поставим. Еще к тому же можем добавить здесь новые элементы декора в виде, плит из призмариновых, из призмарина, это тишина есть, вот он, призмариновая плита. Ну, например, вот так можем поставить. Теперь заполняем все это дело при помощи воды. Не спеша здесь все это заполняем водичкой теперь. Так, чтобы у нас полублоки тоже были под воду, ребята, важно погрузить их туда. Это все тоже заполняем водой. Мне кажется, сейчас черепахи здесь сами по себе заведутся. Так, и не доходя один блок до конца, мы здесь тоже закрываем все водой. Надеюсь, все блоки поставил. Теперь, давайте, вот, у нас есть уже, как видите, пузырьки, все отлично просто. Мы поставили здесь полублоки для того, чтобы у нас черепахи не получали урон. Также вы можете сюда, например, какие-нибудь рыб запускать и все в таком духе. Теперь давайте с вами возьмем морскую траву. Также возьмем с вами еще, костную муку. И давайте-ка еще возьмем с вами ламинарию. Так, отлично. Ну и теперь давайте просто будем потихонечку закрывать все. Там почему-то не ставится, там почему-то на... Тут не хочет ставиться, странно. Ну-ка, может, ламинарию поставим? Ладно, допустим. Ну вот так вот, значит, будем выкручиваться. Здесь можно повыше, нет, давайте. Здесь повыше, а здесь можно ламинарию воткнуть, например. Здесь еще морскую траву. Здесь. Ну, можно, наверное, так и оставить все. Тут еще где-нибудь поставим ламинарию. Сбоку мы давайте теперь костную муку. Так, здесь чуть повыше сделаем. Здесь хотя... ламинария, прости. Здесь, кстати, где-нибудь можно еще и, знаете, такой-то элемент декора в виде какой-нибудь кнопки поставить, например. Так, у нас валяется... Да, что ж ты будешь делать? Валяется булочник. Да. Я прошу прощения, ребят. Что-то немножко я сглупил. Окей, так, с этим мы справились. Отлично просто. Теперь смотрите. Теперь мы давайте здесь закроем все при помощи какого-нибудь светильника. А именно, например, морского фонаря. Давайте мы его будем применять сегодня. 5 штук здесь кинем. С водой накосячил. Давайте мы сейчас ее вернем здесь. Все как было. В данном случае, чего могли банально даже слазить к этим черепашкам, посмотреть, что они там делают, ну и покормить, конечно же, их. Так, ну и здесь также мы давайте закроем водой изнутри. Окей, даже можно, мне кажется, здесь траву убрать, все равно у нас они должны получать урон от черепахи. Так, ну что ж, может у нас получается, и теперь, конечно же, запускаем тех, кто здесь у нас должен быть, а именно черепах. Так, не знаю, 2-3 штуки сюда запустим. Так, конечно, ламинария, это просто какой-то головняк. Ну и запускаем сюда теперь уже, соответственно, наших черепах. Две, давайте еще одну где-нибудь поставим. Куда-то убегает нас, да? Так, ребят, прошу прощения, нас с черепахами. Все провалилось, отлично. Так, ребята, вы отсюда туда потихонечку уходите. Это не для вас аквариум строился, судя по всему. И вот, ребят, у нас получается такой роскошнейший аквариум. Мне кажется, он смотрится очень даже неплохо. Они теперь здесь, видите, плавают, занимаются какими-то своими черепашьими делами. И в целом...